и сегодня мы с моей дочерью хотим приготовить для вас гионар-кебаб. Или, как говорят у нас в России, шаверма, шаурма. Давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Итак, для приготовления гионара нам необходимо курица, у меня здесь грудка и филе с бедра. Из овощей 2 помидора, немного капусты, огурец и лук. Капусту обычно я беру пекинскую, но сегодня у меня пекинской капусты нет. Будем использовать обычную. Так, из специй. Это у меня черный перец, соль, чеснок сухой, паприка и корица. Для соуса я буду использовать греческий йогурт, чеснок, добавлю немного укропа. Дёнер у нас будет в лепешке, и для этого нам необходимо будет приготовить тесто. Для теста необходима нам мука, дрожжи, немного масла, одно яйцо, чтобы смазать наши лепешки, и немного кунжута. Итак, начнем делать наши лепешки. Для лепешек я взял 400 грамм муки, вот, приблизительно 200-220 миллилитров воды, дрожжи сухие, теплая вода у меня, добавим дрожжи, приблизительно грамма 4-5. Добавлю немного сахара, все это перемешаем. Закроем крышечкой, чтобы дрожжи поднимались. Так, теперь в муку добавлю немного соли. И миллилитров 15 масла растительного. Итак, прошло минут 7-8. Дрожжи наши готовы. Давайте замешаем тесто. Все это хорошо перемешаем сначала. Добавляем. И замешиваем тесто. Добавлю еще немного теплой воды. Итак, тесто мы уже замесили. Вот какое оно получилось. Накрою крышкой и поставлю в теплое место, чтобы оно поднималось. Часа на полтора. Теперь давайте замаринуем нашу курицу. Возьму немного соли. Сухой чеснок. Паприка. Немного корицы. Черный перец. И добавлю немного растительного масла. Все это хорошо перемешаем. Пока маринуется наше мясо и поднимается тесто, мы нарезали овощи. И сейчас приготовим соус. Для соуса, как я сказал, я возьму греческий йогурт. Хотя соус можно приготовить и на основе сметаны с майонезом. Просто греческий йогурт менее жирный.
Добавлю чеснок. Добавлю соль. Немного черного перца. И немного укропа. Укроп также добавлю к нашим овощам. Все это хорошенько перемешаем. Соус наш готов. Прошло чуть больше часа, тесто наше уже поднялось. Так, давайте поделим его на 5 частей. Итак, давайте сейчас будем раскатывать наши лепешечки. Вот такие у нас будут лепешечки небольшие. Диаметром сантиметров 13. Выкладываю на бумагу. Раскатали мы наши лепешечки. Сейчас накроем салфеткой, чтобы не заветрилось. И пусть она поднимается минут 20. Тем временем мы включили духовку, чтобы она начала разогреваться. Масло нагрелось, выкладываем нашу курицу. Накрою крышкой. Прошло еще минут 10. Курица наша готова. Давайте будем выкладывать ее. Вот такая курочка у нас получилась. Лепешечки наши постояли минут 15. Давайте смажем все это яйцом.
капли кунжутом. Кунжут я предварительно пожарил. И поставим в духовку. Духовка у меня разогрета до 200 градусов. Выпекать будем минут 15-20. Лепешечки наши готовы. Выпекались они минут 25. Вот такие они получились. Мы их порезали пополам. Мясо также я нарезал. В овощи я добавил немного соли, все это перемешал. И сейчас будем формировать наш дёнер. Возьмем нашу лепешечку. Добавлю соуса. Добавим мясо. Добавлю овощей. Так, и еще немного соуса сверху. Все это хорошо прикроем. Вот. Вот такой дёнер у нас получился. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, комментируйте и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. А также заходите в инстаграм моей дочери, ссылка будет в описании. Всем удачи, всем пока!